Последнюю домашнюю тренировку перед Кубком России провел Уральский Трубник. Уже через несколько дней наши хоккеисты выйдут на лед, чтобы сразиться с новосибирским Сипсельмашем. Матч состоится в Хабаровске. С каким настроением выходит Трубник в новый сезон, выяснил Дмитрий Коньков. Новый сезон хоккеисты Уральского Трубника встречают в боевой готовности. За время летних сборов подтянули физическую подготовку. Сейчас отрабатывают технику игры. На данный момент, если брать то, что вот мы объем работы, который планировали, выполнили, и то, что здесь работаем больше над техникой, больше над поддержанием физической формы. А тактически уже попытаемся там подтянуть, в Хабаровске. На отработку тактики осталось всего несколько дней. Уже сегодня наши хоккеисты отправились в Хабаровск. 21 сентября команде предстоит отыграть первый матч в Кубке России. Соперником Трубника станет новосибирский Сипсельмаш. Из дальневосточного региона наши хоккеисты намерены привести победу. Во-первых, мы едем туда выигрывать каждый матч. Много прошли летнюю подготовки хорошие, беговые всякие проделали, техническое, всякие упражнения, все, команда как бы сыгрывалась, пришли новые ребята. Думаю, покажем себя в хорошем виде на Кубке. В этом сезоне состав Трубника усилен. Три новых игрока. Один из них – нападающий Михаил Красиков. В нашу команду пришел из одного из сильнейших клубов Суперлиги – иркутского «Байкал-Энергия». В Уральском Трубнике нападающий также настроен на высокий результат. Невозможного нет, я считаю. Надо работать, и все получится. Я думаю. У нас коллектив хороший, и все вместе, я думаю, нам многое по плечу. Игры первого этапа Кубка России продолжатся до 28 сентября. А в октябре Уральский Трубник отправится в шведский город Сандвикен, где нашим игрокам предстоит отстаивать честь страны на матчах Кубка мира. Дмитрий Коньков, Евгений Шилов, Служба народных новостей.